комбинационного футбола не получилось из фактора. Во-первых, это соперник играл эшелонированно от обороны сзади на своей половине. Ставили автобус, и сложно было вскрыть его. Плюс кондиции ребят не очень в хорошем физическом состоянии они находятся. Потому что вчера 98-99 провели матч в Слуцке. Наши ребята начали быстрее играть, быстрее переходить в центр поля, больше в передачу, поэтому так получилось, что их зажали в штрафной и планомерно напрягали.